Вы смотрите обзор товара Шайка Банная 5 литров, кедр. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. По своей сущности шайка для бани – это средних размеров таз. Но одно дело баня, в которой используются обычные пластиковые тазики, и совсем другое баня с деревянными шайками, изготовленными из древесины кедра. Такая простая вещь, как банная шайка, способна создать необходимую атмосферу и наполнить помещение бани тем самым ароматом натурального дерева, который является одним из важнейших элементов банной процедуры. Эксплуатация бандарного изделия. Наши бандарные изделия могут использоваться как в помещениях, так и под открытым небом. Подготовка бандарного изделия к первому использованию заключается в наполнении его холодной водой. Воду нужно оставить на 2-3 часа, а затем слить. После этого нужно промыть изделие сначала горячей, а затем холодной водой. Для того, чтобы бандарное изделие не рассыхалось, нужно оберегать его от прямого попадания солнечных лучей. Не следует хранить бандарное изделие в непосредственной близости от нагревательных приборов. Для очистки бандарного изделия после использования следует ошпарить его кипятком и промыть моющими средствами. Для очистки бандарных изделий нужно выбирать нетоксичные моющие средства, не содержащие в своем составе ароматизаторов. Хорошим средством для очистки неокрашенных изделий из натурального дерева является пищевая сода или горчичный раствор. Кедр – удивительное растение, которое не только обладает целебными свойствами, но и создает удивительно теплую и уютную атмосферу. Здоровья вам и легкого пара! Приятного вам парения и купания! И будьте здоровы! Материал – алтайский кедр. Характеристики. Шайка 5 литров, масса 1,8 кг, диаметр 34 см, высота 25 см. Шайка 5 литров с нержавеющей вставкой, масса 2,5 кг, диаметр 30 см, высота 15 см. Шайка 10 литров, масса 2,3 кг, диаметр 40 см, высота 25 см. Шайка 15 литров, масса 2,8 кг, диаметр 41 см, высота 28 кг. Шайка 15 литров с нержавеющей вставкой, масса 3 кг, диаметр 44 см, высота 29 кг. Шайка 20 литров, масса 3 кг, диаметр 40 см, высота 30 см. Шайка 25 литров, масса 3,8 кг, диаметр 50 см, высота 31 см. Шайка 30 литров, масса 4,5 кг, диаметр 50 см, высота 33 см. Шайка 60 литров, масса 7,2 кг, диаметр 61 см, высота 39 см. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.